В городке Шапекоя на юге Бразилии болельщики местного клуба собрались на стадионе, чтобы почтить память игроков и технического персонала команды Шапекоэнсе, погибших в авиакатастрофе по пути на финальный матч Южноамериканского кубка. Президент Бразилии Мишель Темер объявил в стране трехдневный траур. К сожалению, единственное, что мы можем сделать, кроме того, что оплакивать тех, кого мы потеряли, это оказать поддержку со стороны федерального правительства семьям погибших, заявил президент. Большинство тел погибших, найденных на месте катастрофы, уже доставлены вертолетами в столицу Колумбии, где будет проведено их опознание. Среди погибших члены футбольного клуба Шапекоэнсе, экипаж самолета и 22 журналиста.